Рассел. За помощь пожилым людям. За мужество и героизм, проявленный при исполнении своего долга. Я награждаю тебя самым почетным знаком отличия. Значком Элли. Привет. Только не все. Ну, вылезай. Давай. Иди сюда. Не бойся меня. Маленький, хорошенький, славный, гигантский бекас. Я великий следопыт. Моя стая дала мне специальную миссию. Мне одному. Вы видели птичку? Я хочу поймать ее. Я иду на запах. Я великий следопыт. Я это сказал уже? Это птица. Я еще не видел ее так рядом. Но это та птица. А можно я возьму ее в лагерь, как моего пленника? Идея! Ты построишь наш дирижабль. Ну-ка, поклянись мне. Крести сердце. Крести! Крести сердце! Все, ты дал слово. Не отступайся. Ладно, тогда до завтра. Пока! Вот и наш исследователь диких земель! Манс никогда не расстается со своими четвероногими питомцами и создал на борту дирижабля комфортные условия для своих героических псов. Собачку Ваню и четырехопорную беговую дорожку. Земляки Манса гордятся своим прославленным современником и недаром. Хозяин не будет радоваться. Мы скажем, птицу унес это другой. Да, Альфа? Да, интересно, нашел ли он птицу на его очень специальной миссии? Упустил. Почему-то это для меня не сюрприз. Зато у нас в плену маленький почтальон и этот, кто пахнет черносливом. Хозяин будет рад. Мы нашли их. Зададим им много вопросов. За мной! Путь туда заказан. Вход есть, а выхода нет. Я потерял столько псов. Да. Эти полчища бандитов думают, что птицу так легко поймать. А вскоре осознают, что это смертельно опасное место.